Друзья, привет! С вами Плакса Крот, и сейчас я исполню вам песню, которая называется «Феникс». С этой песней какая интересная история. Она пришла ко мне, как это ни банально, во сне. Ну, то есть, вот тот самый случай, когда проснулся, пришел на кухню, сел и записал. Вот белый стих, там белые аккорды. Только потом я понял, о чем, о ком эта песня. Среди мокрых, желтых, черных столько знаков непрочтенных. Что ж ты медлишь, птица Феникса, режь пеплом заграничным, словно я способен выбрать между ромом и больничным. Безумная жажда мистерии, все хорошо объясняет, как будто последняя песня. Скажи, что я гений. Ты сердишься в зеркале, хмурое утро. Спасать этот мир, но он сделан в Китае. Так может, пускай они сами спасают. Последствия можно списать на усталость и проехать остановку, пялясь в спины обреченных, и не знать о мокрых листьях и о знаках непрочтенных. Где стою, и птица Феникс 50-50 понимает, что молчать могу я долго, и что больничные продлевают. Но чтобы я себе не выбрал света, много не бывает. Спасать этот мир, но он сделан в Китае. Так может, пускай они сами спасают. Преступная слабость, о, жажда мистерии. Последствия можно списать.